Вот рядом с Борщеговкой, с селом, находится такой лес. Хвойный, он смешанный, правда, но сейчас листья эти опали так с лиственных деревьев, он получается как хвойный. Сосны высокие, по 20 метров где-то, а то и выше. Такой чувствую, что и падают деревья, вот, и они так лежат, как будто вообще непроходимый лес. В смысле, нога человеческая не ступала. Вот, лежат деревья такие. Ну, на самом деле, этот лес уже относится к Киеву. И вот Пушкина улица, это отделяет Борщеговки, граница между Борщеговкой и Киевом. Так вот, этот лес уже это относится к Киеву. А дальше там Житомирская трасса идет на Житомир и с Житомира на Киев. А вот здесь растут грибы. Вот они растут и зимой даже, всю зиму. Это называется зимний гриб. Вот такой он вид имеет. Вот, это зимний гриб. Они растут и в декабре, и в январе, и в феврале. Поэтому название у него, он еще он там дальше растет. Название у него зимний гриб. Так что лес здесь, свежий воздух. Мне нравится этот лес. Красивый лес. Красивые сосны высокие. Вообще места хорошие здесь. На подстилка такая из листьев лиственных, песчаная почва, песок. И, в принципе, вот такая здесь природа. Ну и птицы есть, но, правда, не так уж много. Я здесь снимал длиннохвостую синицу, потом этого черного дрозда, но больше я пока ничего, никого не видел, как говорится, еще. Может, еще увижу. Вот такие хвойные леса здесь. Лес такой хвойный, красивый. Просто красивый. Тут смешанный, правда, но... Вон, ну, вот такой. Высокие сосны такие, высоченные.